Звездные свадьбы вызывают огромный интерес у поклонников и журналистов, но еще больше интерес появляется, когда знаменитости разводятся. Самые громкие разводы последних лет в нашем сегодняшнем видео. Гарик Харламов с женой Юлией познакомился в ночном клубе. Супруги были счастливы 7 лет, но через некоторое время Юля узнала об измене мужа из газет и подала на развод и раздел имущества. После развода Харламов женился на Кристине Асмус, а в 2014 году у пары родилась дочь Анастасия. Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили в гражданском браке 9 лет, воспитывая двоих детей. Счастье рухнуло в момент, когда Аршавин по телефону сказал, что встретил другую. Барановская на тот момент была на 5-м месяце 3-й беременности и осталась одна без материальной поддержки в чужой стране. Но ей удалось добиться выплаты алиментов от бывшего мужа. После развода Юлия построила карьеру телеведущей, которая полностью перевернула ее жизнь. Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов сыграли шикарную свадьбу в 2012 году. За личной жизнью пары следили миллионы поклонников. Спустя 4 года семейной жизни последовал громкий развод. Причины разрыва до сих пор не ясны. Что бы там ни было, спортсмен ушел к модели Анастасии Костенко. Обиду и претензии к бывшему мужу Ольга стала выражать в песнях, и ее карьера стремительно набирает обороты. Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман поженились в 2015 году, и уже через год семейному счастью пришел конец. Причиной Виктория назвала частые ссоры. Инициатором развода выступил Дмитрий. Артистка же до последнего не соглашалась на развод. Роман Агни Дитковските и Алексея Чадова разгорелся в 2006 году во время съемок фильма «Жара». Через 6 лет знаменитости поженились, еще через 2 года стали родителями. Со временем поклонники пары заподозрили, что в звездной семье проблемы. Первым новость о разрыве подтвердил Чадов, но вдаваться в подробности не стал, лишь сообщил, что они с Агнией действительно расстались, при этом сохранили хорошие отношения. За семейной идиллией Риты Дакоты и Влада Соколовского наблюдала вся страна. Но за красивой картинкой скрывались измены и обман. В августе 2018 года на странице Instagram Дакота сообщила новость о разводе, причина которого – супружеская неверность Соколовского. Супруг изменял до венчания и после рождения ребенка. Влад не захотел уходить с одним чемоданом, поэтому развод сопровождается разделом имущества. Верите ли вы в такие громкие разводы или считаете это пиар-ходом? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.